Концерт, флешмоб и полевая кухня. Сегодня в Новосибирской областной больнице прошел праздник, посвященный Дню Победы. В годы Великой Отечественной клиника работала как эвакогоспиталь. Здесь были больные, которые требовали длительного квалифицированного лечения. Люди мира, на минутку встаньте. Сегодня в конференц-зале областной больницы непривычные планерки конференции, праздничный концерт. Звучат песни военных лет, читают стихи, которые переносят в события Великой Отечественной. Мы выбрали стих, который всех пробирал, не знаю, на какие-то искренние эмоции, на слезы, и решили выступить, рассказать его. Вот. Я также выступала, рассказывала стих, переволновалась ужасно, немного перепутала слова, текст. Вот, ну, вот так. Хотели поздравить ветеранов с праздником великим, ну и вообще всех, всю страну. Благодарят ветеранов и вспоминают, как работала в военный год областная больница. Уже 23 июня 41 года вышел приказ. Первые 15 сотрудников были уволены. Их призвали в Красную армию на фронт. Ушли врачи и медсестры, но большинство остались в клинике оказать помощь раненым на фронтах Великой Отечественной. 5 августа больницу перепрофилировали в эвак-госпиталь под номером 2493. Традицию мы обязаны сохранять ради того, чтобы не повторялось то страшное, что было теперь уже много-много лет назад. Прошло уже 77 лет. Акция «Z» в областной больнице прошла впервые. Сотрудники больницы вышли в белых халатах на улицу, держа в руках неотъемлемый атрибут Дня Победы – большую георгиевскую ленту. Гюнель Азимова, Константин Менин, Александр Ведерников. Новости ОТС.